Карелии на Сигежском целлюлозно-бумажном комбинате запустили новое оборудование. Машину производительностью больше 100 тысяч тонн в год. Экологичная технология: вместо мазута будет использоваться отходы от основного производства. И это только один из этапов глобальной модернизации комбината. Единственный подобный проект в России за последние четверть века. Инвестиции составили больше 14 миллиардов рублей и созданы много новых рабочих мест. Мы видим, что работает 2500 сотрудников на данном предприятии. 200 новых высококвалифицированных рабочих мест получили. И очень важно, что продукция, которая здесь выпускается, поступает в 60 стран мира. 70% идет на экспорт. 7 предприятий дочерних работают за рубежом. То есть продукция востребована и занимает сейчас первое место в мире по своему качеству.